Так, продолжим по-быстренькому наносить наш силикон на нашу силиконовую форму. Или на будущую силиконовую форму. Значит, это у нас будет шестой слой, так понимаю, правильно? Что-то совсем подзапутался. Параллельно приходится еще кучу дел делать. Да, шестой. Марлю мы наносили на четвертый. Пятым мы ее перекрыли. Сейчас шестой. Наносим по-быстренькому и даем. И ждем опять, пока сохнет. В общем, процесс-то однообразный, ничего нового. Перекрывает он, наверное, все тут. Ну, тут просто маш да маш. Ничего тут такого не он. Тонкости, хитрости, секретов, нюансов нету. Так, надеюсь, мне чувствую, не промазал. Вот так. Все, ждем, пока сохнет. И наносим, наверное, потом еще седьмой слой. Я думаю, будет достаточно уже седьмого. И думаю, будет на этом конечная.